Лето – пора активного спорта. Турнир по настольному теннису на улице Гаевского начался с самого утра. Принять участие в нем решили 14 человек. Они быстро разделились на команды. Играть предстояло в парах. А это значит, что залог успеха не в отличной технике одного человека, а в сплоченности партнеров. Каждый вечер здесь встречаемся с ребятами. Дали им известность. Уже дата была назначена месяц назад, все знали, готовились. Участники давно знакомы между собой, поэтому турнир получился насыщенным. Партнеры настолько сосредоточились на игре, что даже не обращали внимания на жаркую погоду. Они сначала отыграли по кругу, соответственно, каждый с каждым. В итогам данного предварительного этапа выбрано было 4 команды, которые встретились с собой в полуфинале. Первая с четвертым, вторая с третьим. И вот сейчас как раз на наших глазах разыгрывается финальный матч за первое и за третье место, соответственно. Сегодня теннисная площадка пользуется популярностью у жителей ближайших домов. Недавно на одном из столов для пинг-понга заменили столешницу. Теперь покрытие здесь всепогодное. Поменять на площадке стоит и ограждение. Местные жители замечают, что старое приходит в негодность. Мы жители города Видного, пенсионеры, дети, молодые люди, все, кто здесь живет, собираемся по вечерам после работы. В будни играем настольный теннис, а в выходные играем даже целый день, суббота, воскресенье. То есть для нас это отдых хороший, и нам это очень нравится. Турнир продолжался около 3 часов. Большую часть времени шла борьба за победу. И это не случайно. Помимо грамот, медалей и кубка, победители получили сертификаты в «Спортмастер» номиналом от 1 до 3 тысяч рублей. Александра Столярова, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.